Если меня сольют, виноваты будете вы. Да кто бы сомневался. Мы не против. Лёх, на твои пои. Да. Я не понимаю свои задачи пока. Стрелять. Стрелять бояться. Мне не нравится, что я одна. Абсолютно. Лёха, нам что делать? Хуй знает, сейчас будем отстреливаться. Ну, поехали. Ох, ёпта. Имчик-то какой, корныш, блядь. Ай, боже. Какой номер мажорный, блядь. Так ты уходи, думаю. Ну, у Кирюхи мастера написано. Ну, это я знаю. Мастера еще ладно. Не столько пафоса, как позже. Дань. С черной крышей. Вы слишком много гуняете, блядь. Вы начали опять гундеть, блядь. Еще повторяю, это цель моего существования. Ёб ты, Лёша, блядь, это нормально. Ясно, они еще не доедут, Зай. Ладно, поехали. Слезай, ну, кто сказал такую глупость, что я не доеду? Слезай, блядь, быстрее доедем. Смотри. Здесь надо слезать. Давай прям в ебеня. Ну уж нет. Блять, надо заезжать на военную базу, сейчас берем вертолет и погнали. Вот, блять, красавчик, давай, давай. О, да еще. Да. Едь задом, правильно. Как пища. Тогда мы будем ехать еще полгода. Господи, ты с кем? А то сколько фана, блять. Ну блять. Ну уже озеро. Ну сегодня был выездной перец по вкусу. Ну что, готовили? Мохито, ёпта. Не, меня больше интересует, где вы готовили. О, мой доминатор стоит, смотри-ка. А, на заводе. Йоу. Йоу-йоу-йоу. Да, там у них вечеринка кубинская, типа. И я двух бабулек учил готовить мохито, блядь. Какой ужас. Хули его готовить, блядь, накидал говна. Травы. Ну, я траву, поэтому да, мохито не люблю, если честно, никакой коктейль лимона абсолютно. Лимона какой-нибудь там, блядь. Лайма, хуяйма. Льда, блядь. Спрайтом сладеньким залил. Все, ёпта. Ну что, у нас хоть в одном месте с тобой? О, прорезался, ёпта. А, ну да, наверное. Пока ты едешь правильно. Офигеть. Они как-то срезали, они нас обгоняют. Ах, я тебе говорю, Лёха, срезай, блядь, по проселочным. Да, да, все, срезали. Сам попросил. Да тут дорога ебанутая. Да не пизди, желтая линия так и вела, ты что, ролище, блядь. Париж-Дакар. О, да. Не, хрена лысого. Мы были дальше, но мы первые. Так сказать, это победа, Лёш. Однозначно. Какого хера мне тут, блядь, путь поменялся, блядь? Ну чё, охуели? Это потому, что мы добрались, и теперь они дали другую точку, вторую. Вторую точку назначения. Тё, где моя базука? Мне не туда. А мне сюда. Ну да, я выйду тогда. Ждите дозорных. Алексей, стоям. Стоим. О, стой. Дай постоять. Стою. А чё, блин? Чё тут? Я со своей стороны, повыносила. Ну, поехали, короче. Не работает ничего, всё сломалось. Так, ну я кого вижу, тоже повыносила. А дальше что, нам надо передвигаться? Или да нам вообще стоять? Можно хоть внизу долбить всех. Куда бить? Походу они еще будут идти, и Ваня, зали тебя, ясно ли?
Так, короче, тачку забирайте и уходите. Ладно, за тобой заехать? Да я уже подбегаю. Кому? А мне. Маш, Кирюха, пусть... в машину к нам садись. Машина посирает, похоже. Не туда машина села. Ну ладно. Да правильно задолбали. Она села. Все правильно она села. Нет, она должна была за пулемет. За пулемет надо сесть. Господи, да меня снесу тут в 5 секунд. Блин. Нашли. Ваня, выше бери. Да, ну а как мы сейчас будем отбиваться? Да. Нахуя нам эти, собственно, машины, блядь, уебочные? Там трава, ты ничего не понимаешь. А-а-а. Следующая миссия, блядь, мы мед будем пиздить. Ебать, сами. Голубой. По всех тяжких. А что ты там встал-то, ебать? Да, блядь, ебаные кусты, хер проедет, блядь. Да это не спеши, мы сейчас просим. Поэтому ебушим, блядь, неправильно. Спереди будут появляться, а ты их должна будешь, как, по сути, должна отстрелить. Да, я тогда поменяюсь, да, но если меня вынесут, я не виновата. Да, меня убили. Ай, ужас! Я сейчас оглохну к херам! Броник, ну броник у нас есть, да? Я вроде да. Господи, у нас еще и меньше 8 минут. Одурить. Медленно пока езжай, медленно. Ну они там после этого будут, вышки. Ну да, но все равно медленно. Ой, вышки, моста. Тоннеля. Потому что у ребят более тяжелый транспорт, нужно управлять. Вот об этом я и говорю. Не получилось? Но. Подгоняй. Да, там у нас слишком база слишком длинная. Ты неповоротливый, пиздец. Да, есть такое. Нам бы на пикап такой же пулемет. О, спасибо, Лёва. Прям в тему подтолкнул. Ёптать! Все пучком. А у нас все пучком. Да, вы лучше дорогу чистите, а не прыгайте. Давай. Вообще-то этим. О, вот там где-то спрыгнул, Кирюха, это вы пропустили первый пост, блядь, с поворота. Да. Кто уж знал, что они штамп. Ну так, кто же знал. Там оно на карте уже должно было отобразить. Херли вы вперед вышли. Херли мы чё? Ты сказал. Вперед вышли. Да, нам-то на машинах стоит. Как бы довольно. Они у него задание по прямой ездят очень быстро. О! Хочешь, я могу вниз с горочкой столкнуть? Так, не надо. Мне кажется, этот трактор здесь специально стоит, чтобы тормозить об него. Да, тихо, да. Близко не подъезжай, они нас снимут к херам. По машинам долби, они должны взрываться. Куда тебя снимут? Лёх, предлагай здесь свернуть. Ну что ли? Да, ну ладно, я их рисковать не буду. То есть на базе сяду. Да зря. Я нормально проехал. Они ж там не будут по второму разу респиться? Не, респиться они не будут. Так. Плохо, дорога забита. Да проедут они жирные. Конечно. Ну растолкаем. Да мы проедем. Да Лёх, хорош. Да блин, чё ты так медленно ездишь? Я тебя ждал. А вот вдвоем мы по мосту не проедем. Ага, зеленые, это джипы. Еще один. Вижу. Водила убила, отлично. Вань, давай, поехали. Дёфи. Да, в пол. Специально, чтобы светло было на кухне. Так, вон, с моста два дебила упал. Смотри, они дебилы, реально. Ты хер. Ваша планета тут не вытолкнула. Не вылезут, поехали. Да ё-моё. Да, я не вылазит, да. Ты Да. Зая, там сзади осталось дофига народу, Зая. Думаешь, они поедут за нами? Они в одежде. Ладно. А, это наш уже нас догнали? Обогнали. О, блин, мне что-то лагает, жесть. Пингует. Да, у меня нормально. Спереди. Вот он. Какая машина? Фиолетовая. Просто уже не различаю. Там уже легковушки вообще ездят и байкеры.
Вон внедорожник зеленый впереди. Два. Да, он мне портует. Манио подожгла. Еще один, стой, Зая, стой, там Ваню. Двое. Они мы по колесам попали. Давайте там сделайте. Там что-то далеко еще есть. Водил убивай, главное. Ты перегрелся, что ли? Здравствуй, Сима. Так, там еще машина. Ох, меня-то что он так выносит? Там жри что-нибудь. На ходу жрать не очень удобно. Да уёбать! Это было стрёмно. Кто же знал, что они сейчас взорвутся. Так, нас догоняет какой-то пидорас. Да. О, мне тут таранит меня что-то почему-то зачем-то. Ну, он зеленый спит. Спать всем. Вау. Да ни хрена он взорвался. Наш аж с дороги скинуло. Приоделся уже? Спереди зеленый. Да блин, жесть какая. Хуя. А самое главное, кидает нас. Так, да, убей, да. Убери этого урода. Вот этого? Да. Все. Ты еще жахнет нас. Лех, ты доехал? Почти. Молодец. Ты там как жив? Жив, ты еще полбурника даже каким-то образом осталось. Так, давайте его там уже. А, ну уже не далеко. Давай мы доедем, а потом я обдолблю. Цекурь. Давай. Ну, я поехал. Кирпичики. Будем строить домики. Майнкрафт. Народ, я пожру. Давай. Не подавись. О, Маня платина получила. Да. У меня первое место, да это охренеть. Ну ты тут долбил из пулемета всех.